have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, условия разведки постоянно, закрывается эта штука за мной. Поедем мы сегодня туда же, куда я в прошлый раз, на этот раз я буду, а как теперь? Активировать аварийный телепорт? А что, так тоже можно было? А в прошлый раз я тоже мог так сделать? Телепорт. Я не буду сильно прям много где останавливаться. Подождите, это нужно в... Почему эта фара так низко светит? Я же ее починил. Отлично. Судя по прошлой серии... Блин, а я тень не оставляю. Я не загораживаю, прикиньте. Ласма. Радиус Моторс. Неплохо. В общем, я же говорю, судя по прошлой серии, я понял некоторые проблемы, которые есть в этой игре. Значит, проблемы для вас, которые вы мне сказали, то, что вам, ну, возможно, немножечко скучно смотреть, потому что я вот так вот... Ух ты, оно прямо здесь. А я возьму. А, вам иногда бывает немножечко скучно, потому что такой геймплей, он, ну, скажем так, в это интересно играть, но на это не всегда интересно смотреть, я могу это понять. Во-вторых, палки, отдай. Артефактов. Блин, мне опять всю машину искалечило. Ладно, может, потом поменяем или отремонтируемся. Тут у нас куча поселений. Я сейчас, я знаю, что куча поселений, я знаю, что все, я хочу попробовать проехать до задания и выполнить его. Тут все так соблазнительно. Короче, да, проблема как раз вот в чем. Кстати, здесь можно вот такую штуку нажать. Нет, пожалуйста. Оно каждый раз там показывает разные прикольные штуки. Так, нам налево. Там есть еще один источник, то есть мы, по идее, могли бы быстро отсюда, относительно быстро выбраться. Можно я не буду прыгать на трамплинах? Мне в прошлый раз не понравилось. Как-то в той серии мы проехали, и все было нормально, в этой серии... Да, мы туда едем. В этой серии прям как-то жестенько по нам прошлось, это мы перевернули машину. Ну, а туристы... И не хочу попадаться этой штуке. Она меня не заметила. Она патрулирует, по идее, по одному месту. Если мы ее объедем потихонечку,
Да, в прошлый раз у нас было крайне неудачное стечение обстоятельств. Парковка. Сюда оно вроде не долетает. Так, Т. Консервочку можно, кстати, и скушать. Чтобы она немножечко хпшку восстановила. Машину ремонтировать будем уже потом. Вот, с моей стороны, проблема в другом. Что я не могу сохраниться посреди задания. Как только ты выезжаешь, нужно потратить определенное время для того, чтобы его завершить. И тут я стыкаюсь с собственным конфликтом интересов, потому что, с одной стороны, я хочу облазить и обшарить абсолютно все, с другой стороны, вам, возможно, со стороны это неинтересно, и еще одна такая проблема, что это занимает много времени. В одну серию бывает, что не вкладываешься. Так, нам туда вообще? Нам вроде туда. В одну серию не вкладываешься, и потом приходится... Или как-то торопиться, или разделять это на две серии. И, в общем, с одной стороны, я же говорю, что они сделали режим стримера для того, чтобы можно было записывать и... Состояние низко, высокое, низко. У меня еще и Акум подсел. Я понял тебя. Надо будет Акум тоже. Вот. То есть оно сделано для того, чтобы в это можно было играть на записи или на стриме, а с другой стороны, у тебя нет сохранения посреди задания, и ты не можешь просто прервать серию в любой момент, тебе приходится обязательно идти до определенного чекпоинта, поэтому серии, во-первых, что они по часу, во-вторых, в прошлый раз, если бы мы не померли, серия была бы гораздо дольше, нам пришлось бы резать на две. В общем, есть определенные минусы, и я хочу посмотреть, как пойдет эта серия. Исходя уже из этого, мы будем делать некие выводы. Так, нам туда, а я? Я здесь. Я понял, нам направо, на перекрестке. И... Что это за баг был? Здрасте, а почему? Перекрыто. Исходя из этого, я хочу сделать некие выводы. Возможно, мы с вами сделаем вот что. Будет как с... Ой, блин, тут радиация. Будет как с третьим Baldur's Gate. Ну, то есть, это игра, в которую... I'm not risking anyone's life. That car's clearly been protecting the newbie. Something special's going on beneath that hood. Besides, where's your sense of experimentation, Francis? Пока не разговаривают. Так, это сюда и будет 6. Т, отлично. Мы зарядимся, починимся сейчас и заодно по пути немножечко поговорим. Давай вот это в руки. Что в плохом состоянии? Двери. В плохом состоянии абсолютно все. Машина просто убитая после того, что было. Так я про то, что говорю, что будет, возможно, как с третьим Baldur's Gate. Мы вот записали, сыграли несколько серий, поняли, что игрушка интересная, но именно интересная с точки зрения поиграть, а не с точки зрения посмотреть, и поэтому... Их надо было две. Ну, я, может быть, одну скрафчу. Посмотрим, как получится. Вот. И поэтому, возможно, что это будет наша последняя серия. Именно в том смысле, что она игровая последняя. Я после этого, естественно, продолжу играть в эту игру. Я просто сужу еще, потому что вы пишете. Я же говорю, что я могу вполне понять, почему вам может быть скучно на это смотреть. Это совсем не потому, что игра скучная. Это... Я же перевел. Это просто потому, что она не так хорошо смотрится, как играется. Потому что играется она просто обалденно, но вы-то этого не чувствуете и не видите. Все, что вы видите, это вот это, как я еду вот так вот. И кусок экрана у нас показывает дорогу, поэтому да.
Давайте сегодня попробуем доехать до объекта, посмотреть, как оно что получится. Надеюсь, сегодня фейла не будет. Опять же, я же просто еще в начале вырезал тот момент, где я ее заново перечинивал, заправлял, все. Это, то есть где-то минут 15 геймплея просто ушли. Я вот сейчас, смотрите, проезжаю мимо машин, проезжаю мимо всего. В нормальном состоянии я восстановился и все это залутал. Но состояние у нас сейчас ненормальное. Поэтому... Так, это радиация? Нет, это не радиация, это выбоина. Езжаем, и вот там он радиация. Зоны радиации, кстати, достаточно получается. Интересно, я могу эту штуку? Да, я могу их разбивать, хорошо. А, у меня вон переднее крыло и... Я крыло так и не починил. Провтыкал. Атмосфера здесь просто... Пипец. Я не заметил. Я такой... Это же дерево. Я его сейчас... Ну, потом как подумал, какое это дерево, сколько оно весит и всякое такое. Ну, да. Вон батарейки, которые можно было бы забрать, например, да? Вот. Поэтому... Я же говорю, что вот мне хочется попасть абсолютно везде, абсолютно во все дырки залезть, абсолютно все посмотреть, исследовать. Но тогда серии будут вообще чудовищно длинными, и смотреть это будет, в принципе, нереально. Я это тоже осознаю. Поэтому, наверное, сделаем такой компромисс. Доснимем эту серию, посмотрим, что у нас тут дальше по сюжету. Надеюсь, у нас получится... Ёпарасет. Вот такой аномалии я раньше не видел. Нам вон туда, скорее всего. Через радиацию я проеду, потому что она потом дальше заканчивается. Это мы... Отлично. Find a way. Как я это обожаю. То есть мне через него надо будет пропрыгнуть. Скорее всего. Надо посмотреть, где у нас там есть заезд на этот мост. Не хочу обратно часа через радиацию, но, блин, похоже, мне нет другого... Или можно вот так вот вокруг объехать. Давайте попробуем. Что у нас по карте? Попробуем давануть кругаля, объехать вот так вот без радиации. Офигенно. Мне движка хватит тут заехать? Я могу здесь заправиться? Могу, чё бы нет. Да, оставься, спасибо. Открывашка, аномалия, супер. Вон туда мне как-то надо. Я подозревал, что мне надо будет как-то туда или допрыгивать в прошлый раз, или что-то такое. Но это жесть. А если посмотреть по...
Это вот эта дорога, которая меня туда приведет. Мы не доходим сюда, хорошо. По идее, еду по тому месту, где когда-то была дорога. Ну, тут трындец просто, конечно. Мне вон туда наверх. А как это сделать? Да, я по вертикали не выгребаю. Мне нужно как-то забраться вон туда на холм. Я оффроудом-то, в принципе, никогда не занимался. В реальной жизни. Может, там есть какая-то нормальная дорога, как туда заехать, или... Нет, он туда просто не заезжает. Давайте попробуем найти какой-то объездной путь. Мне главное оказаться наверху, вот там. Если мы это как-то сможем сделать... Может, как-то отсюда... Я так понимаю, нам надо через вот этот забор. А, вот эта дорога. Она нас просто приведет повыше, я надеюсь. Давайте посмотрим. Это не та дорога, которая... Да. Это дорога, которая нас отсюда просто выведет. Нам нужно просто как-то наверх. Куча туристов. Нет, да? Не ударься! В принципе, сейчас говорить не ударься уже, наверное, поздно. Найди дорогу вокруг. Ну вот, да, я, собственно, через этот забор перелетал, так я туда попал. Вот, да-да-да-да-да, все. Я понял. Как попасть туда? Карта при этом вообще... Может как-то с другой стороны. Стой. Почему я уперся, что это с этой стороны? Может это как-то с другой стороны? Если мы сейчас проедем насквозь... Если мы сейчас проедем насквозь, выйдем с той стороны... Да, пусть через радиацию, это неприятно. Но может мы с той стороны сможем найти какой-нибудь выход. А можно не разворачивать меня, пожалуйста? Это так не самое приятное. Да, да, да! Старый мост. Я не могу найти дорогу к этому старому мосту. Это абсолютно не очевидно, то, что здесь происходит. Так что... Это он. Возможно, кстати, да. Но тут я еще точно не был. Still not close enough to Cappy. What now?
How about, launching как? The car into Cappy's core? I'm sorry. What? It's simple. The driver jumps the car into the heart of the anomaly, and if I time it right, I'll open the gateway and extract them. And if you don't? I've run some calculations. I think it should be fine. Anyway, it's like they always say. What's an experiment without some risk of total annihilation? Как мне... Who says that exactly? In no way, shape, or form should we be doing this. Well, but you know, if it's the only way, yeah, you got this kid for it. Так. Открыть баррикаду, чтобы добраться. Да, вот, кстати, насчет открыть баррикаду. Скорее всего, она из центра этого управления открывается как-то, я не знаю. То, что здесь есть энергия, я уже ничему не удивляюсь. Да, баррикада открывалась очень просто. Хоть немножко лутануться можно. Конвертер? Нет, конвертер я не хочу, спасибо. Может, я это смогу? Да. Куча электроники, которую можно залутать. В общем, в принципе, логично то, что нужно было проехать через эту плохую зону, но сделано как-то, честно говоря, это нельзя. Это можно. То, что нам нужно прыгнуть в эту херню, было понятно, в принципе, с самого начала. Я же говорю, как это оформ... Ух ты ж, ё. Я, по-моему, в него пешочком уже пытался врезаться. Давайте попробуем починиться. У нас есть прям детали в критическом состоянии. Починились. Закончилась починка. Ладно, поехали. У нас красных деталей только фара. Ладно, пофиг. Прыгнуть в аномалию, классно, задание. Окей. Даже не знаю. Меня просто домой выкинуло. Получается, в прошлый раз мы из-за, ну, бага, по сути, просто чуток не добрались. Cappy fried my transmission systems. Thought I lost you for a moment. Well, it all worked out, didn't it? The gateway got you out, and it looks like the ARC device is still intact with all the data it's recorded from your drive. And my plan worked. Cappy amplified the car signal, and it matches. Looks like Tobias and Francis found their remnant after all. Unfortunately, what they've been saying is true. The remnants drive their victims mad. Maybe that car, having sat dormant for this long, will give you a little more time. Sorry, I don't have better news for you. Mm-hmm. I'm still game to get you out of here. The faster you leave, the longer you'll have to enjoy the rest of your sanity. Mm-hmm. И что мы теперь делаем? None of the routes you've mapped so far leads to a way out. Why don't you head back out and chart some more? You can get in touch with Tobias and Francis while you're out there. У меня мало химикатов, кстати, если что. О, вот. Have you found the friendly dumpster yet? It's behind the shop. If you're ever in dire need, pay it a visit. As much as the zone takes away, sometimes she also provides. Сейчас пойдем чекнем.
паста очень быстро заканчивается, машина очень быстро разбивается. Все, дома можно сделать бесплатно, ну то есть можно... И колесо село. Так, мне нужно... Где эта фигня была для ремонта шин? Набор герметиков. Израсходим эту пасту. Да. Ладно. Что тут у нас? Диагностика. В чем заключается проблема? Активировано. Способность активируется, деактивируется. Аккумулятор растет, уменьшается. Низкие показатели. Ага. Допустим, если быстро истощается, аккумулятор замедляет потребление. О, не-не-не-не-не, осталось попыток. Стоп. Отправиться в новую вылазку, порыться на свалке в поисках чего-нибудь полезного. Ну, типа, отправиться на новую вылазку, и так будет бесконечно, или... Спасибо тебе, свалочка. Так, минуточку. Перенести. Перенести. В принципе, оно... Жалко, что его нельзя просто целиком там зажать одной кнопкой и... Оно все перенеслось в шкафчик сразу. Нет, оно просто осталось в багажнике. Классно. То есть каждый раз придется вот так вот переносить. Оно, конечно, недолго, я же не спорю, но все равно. Такая себе штука. Отправиться в новую вылазку. Так, оно мне тут показывает, что где как. Ага, эта шина тоже села. А здесь трещина. То есть мне нужно... Бормеханика... Нет, подожди, вот. Рабочие инструменты, поверьте, они понадобятся. И герметиков. А механика это для того, чтобы трещину? Сейчас посмотрим. Значит, три. Это вот это? Вытащи его. У нас две шины лопнувших, а четыре. Четыре. Р. Набор механика это... Не сюда, это движок чинить. Движок стащить. В принципе, нормально. Я могу двери, если что, и поменять. Значит, тут каждый раз появляется. Да, старую дверь. Я могу и снять, поменять. Ну, то такое. Отправиться в вылазку. Давайте посмотрим, что нам на этот раз надо. То есть, по идее, минуточку, здесь у нас экстремальные условия, сырая чаще, это там, где мы были, там, где аномалия рванула как раз, да? Максимум, средний, низко. Нет, тут у нас данные по тому, что там содержится внутри. Низко по домам, средний, все остальное, аномалии. То
есть можешь поехать туда, но там очень опасно. Открыть для врат, сырая чаща, заряд сканера. Ладно, ребятки, тогда давайте такую штуку сделаем. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать по понятным причинам, которые я вам уже объяснил. Так, верстак, птичка, изолента, это все круто. Я багажник так и не могу себе сделать, да? Это печально. Я хотел бы. Карбюраторный двигатель, шестерня, запаска, фара. Угу. Когда я научусь делать багажник, объясните мне. Так, у меня одна дверь, которая треснутая. И я помню, нас учили ее чинить, просто сейчас я не хочу на этом заморачиваться. Блин, штука, на самом деле, я же говорю, очень классная, очень прикольная, мне она очень нравится, но я понимаю, почему она не подходит под запись. Поэтому эту игрушку, конечно же, я у себя оставляю, играть я в нее буду. Но это чисто пофаниться самому вечером, походить, порыться, пораспиливать все подряд, полутать все подряд, накопить 100-500 припасов, вернуться домой счастливым. Но это не подходит на запись. Поэтому, ребятушки, будем на запись с этой игрой заканчивать. И в следующий раз нас уже ждет, получается, другой проект. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, ура, всем молодушек, всем покеда.